коллектива армавирского филиала «Кубанинерго» есть повод для хорошего настроения. Сотрудники встречают свой праздник отличными результатами. Уходящий год для филиала отмечен множеством знаковых событий. В июле-августе работники армавирских электросетей приняли участие в масштабных всероссийских учениях в Дагестане по реконструкции энергокомплекса республики. С сентября по декабрь учения по подготовке к зиме состоялись на территории Республики Адыгея. И по-настоящему историческим стало участие армавирских специалистов в строительстве современной подстанции «Порт» на Тамани. В этом году сотрудники армавирского филиала в полном объеме выполнили ремонтную программу. Завершаются работы по замене оборудования на подстанции «Речная» в Армавире. Несмотря на что, задачи по обеспечению качественного и надежного электроснабжения, по повышению доступности инфраструктуры Кубанинерго к технологическому присоединению, по автоматизации прибора учета и многие-многие другие нами успешно реализованы. В конце октября на ряд районов Краснодарского края обрушился мощный циклон. Без электричества остались тысячи кубанцев. Армавирские энергетики пришли на помощь пострадавшим и быстро восстановили электроснабжение. У сотрудников филиала есть опыт по устранению неполадок в период неблагоприятных погодных условий. Команда армавирских энергетиков в очередной раз доказала свой профессионализм, дисциплину и, побоюсь этого слова, патриотизм и умение решать любые сложнейшие задачи в кратчайшее время на благо жителей нашей страны. На плечах коллектива огромная ответственность за обеспечение электроэнергии 5 районов Кубани и пригорода Армавира. Сотрудники филиала успешно справляются. Наиболее отличившиеся из них были награждены благодарностями, грамотами и почетными званиями. В этом году высоких наград ко Дню энергетика удостоено более 70 работников электросетей. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».